Итак, сегодня у нас 2 февраля. Время 11:30. Я только проснулась, как обычно. И вот Асю не могу разбудить. Где это видано, не слыхано? Что хозяйка будет кошку, а не кошка хозяйку. Позорище такое, Ася. Это чтобы все не говорили, какая бедная кошка, как я над ней издеваюсь. Она вообще похериска, ей похер на все. Ее издевайся над ней, не издевайся. Играйся с ней, не играйся ей по барабану. Ей лишь бы спать, спать, чтобы ее никто не трогал. А если трогали, то давали ей пожрать за это. Зарабатывают. У каждого бизнес свой, да. Итак, Ася, давай вставай, потому что мне надо застилать уже постель. Работа, Ася, кипит, фотографии стоят. Никто их не делает, пока весь Ася не встанет. Давай вставай, Ася. Ася, ты что, вообще, что ли? Давай вставай, я же двигаю тебя. Ну так а шо ты, блин, а время видела уже 11:30. Ася, свали давай отсюда. Вали. Я тебя буду сейчас двигать. Ты сейчас упадешь вообще, Ася. Давай вставай, Ася, мне постель до дивана уже складывать. Все, уже время. Ася, давай вставай. Я тебя сейчас югу буду делать. Фу, Ася, ты сейчас такая некрасивая, ты бы сейчас себя видела. Ты потом себя увидишь, когда я тебе покажу и выложу на YouTube. Попозорю тебя. Зацмоханная какая-то ты, Ася, тебя купать надо. Ну, хотя просто сейчас -11, поэтому мы сейчас Асю не купаем. А покупать уже пора, Ася, вставай давай. Время. Я тебе сейчас не дам собачью колбасу. Хочешь собачью колбасу, Ася? Давай вставай. Все. Море волнуется раз. Наконец-таки ушла.